Здравствуйте, я Светлана Бирюкова, администратор частной гостиницы и менеджер сетевой компании. Я прошла бесплатное 5-дневное обучение в онлайн-квесте про видео 365. Я очень благодарна Татьяне Андреевой, основателю тренингового центра «Макси Лидер», а также спикерам Диане Евлаш и Михаилу Тарханову за организацию и проведение этого квеста. От Татьяны Андреевой я знала очень важную информацию о том, как снимать видео на свой мобильный телефон, как подобрать фон, освещение, как определить свою целевую аудиторию, как написать сценарий, добавить эмоции, чтобы сделать видео продающим. От Дианы я узнала, как побороть страх перед камерой, как работать над голосом, так, чтобы речь была свободной, уверенной, продающей. И так, чтобы любой свой недостаток превратить в достоинство. Михаил дал очень ценную информацию, пошаговую инструкцию продвижения видео в интернете. Рассказал, как настроить рекламный кабинет, как выбрать рекламную цель, найти целевую аудиторию и другие технические моменты. И показал все это на примерах. Это обучение было очень важным для меня, так как, во-первых, нужно постоянно расти в своем развитии, обучаться чему-то новому. Как сказал кто-то из великих, пока ты зеленый, ты растешь, как только созрел, начинаешь гнить. Поэтому, во-вторых, в наш век научно-технического прогресса привычные методы рекламы быстро устаревают. И сейчас видео является важным способом продвижения рекламы, важным способом рекламы в бизнесе. Как сказала Татьяна, 1 минута видео заменяет 2000 слов. Поэтому я очень рада, что попала на этот квест и уже зарегистрировалась на дальнейшее обучение в тренинге «Видеомаркетинг от А до Я». И приглашаю всех!